Так, ну что ж. Эта книжка прикольная, начну читать. Так, ну что ж, посмотрим, что это вообще за книга такая. Ох, да это же так скучно. Стоп, стоп. Попался в ловушку. Но было уж плохо. Так, откуда это все началось? Вы думаете, людей не то чудовство? Так, чудовство. Блин, тут ничего в этом нет. Так, блин, откуда это все началось? Вот чужака на них встретили с какими-то. Так, мы наверстаем. Мили подошла. Так, и... Это надо всю книгу перечитывать, чтобы узнать, кто попался в ловушку. Они не могут просто написать, кто попался в ловушку, и все. Надо почитать книжку. Так. Что тут остановилось? Что жизнь похожа на печную трубу. Все, не буду это ни за что никогда читать. Простите, быстро сказала она. Так, надо ремонтироваться. О, можно над тобой, Ань? Давай. Ладно. Давай. Что ты наделала, Ира? Что? Простите. Так, что дальше по сценарию? Так, мистер Мон произнес слово с таким видом, что он горячил на вкус. Так, давай, ты будешь мистер Мо, а ты будешь, например, капитан Зажа. Мы отправляемся. Нет, вы что? Нет, сэр, но это я не отчищу. Смотрите, как они оттягаются. Так, все, отлично, сценарий сыграли, можно играть дальше. Так, что тут? Червяком, ты будешь червяком? Так, ну что ж, буду читать книжку. Итак, не успела она оглянуться, так тут в комнату вошел мистер Морт. О, привет, Ира. Мистер Мор, это вы тот самый из сказки? Я не верю своим глазам. Это отец Топа? Вы отец Топа? Да, я отец Топа. Правда? Я буду тогда дальше читать, чтобы поскорее узнать, что будет дальше. С вами. Так, вы должны немного подвинуться. Подождите. Когда я читаю, вы делаете те движения, которые занесены в книжке. Так, ты должен отца Рождество немного поближе подойти. Отец Мова сюда. Блин, а ты хочешь туда? Тогда сделай шаг поближе. Блин, так рада, что я попала в реальную сказку. Спасибо вам. Но не спасти их было. О, какая чудесная история. Стоп! А как это все начиналось? Ох, надо перечитать все заново, так как я не помню, как это все начиналось.